Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов, продолжаем проходить Сому. Я тут внезапно обнаружил, что можно сделать богатырским движением своих немощных лап. О, че? О, как. Декларация. Шаттл бит, маршрут Эпсилон В, Тета 1. Дата управления неизвестна. Предметы. Номер квитанции, легкий трос, доклад на частный случай, набор помощников, автонадуватель. Столкновение. Сообщение для Патоса 2. Столкновение. Сегодня утром, 12 января, в 5:13 утра, комета Телос упала в Тихий океан. Удар от ее падения оценивается как одно из мощнейших катаклизмов, когда-либо зарегистрированных на Земле. Все указывает на то, что поверхность планеты полностью обезлюдила и больше не способна поддерживать жизнь. Уникальное местонахождение Патоса-2 обеспечило нашему персоналу полную безопасность. Мы зарегистрировали небольшие структурные повреждения, но убитых и раненых нет. Самая большая наша потеря – метео- и радиостанция, расположенная на надводной платформе Омега, на которой не было персонала. Что, учитывая обстоятельства, небольшая потеря. Экстренное совещание о будущем Патоса-2 и в конечном счете всего человечества будет проведено на ТЭТе. Мы будем держать вас в курсе происходящего на начальной станции Кэ-Фукуриан. I guess it's a good thing we never had any kids. Hard enough looking my parents in the eyes. They're going to a bomb shelter upstate, by the way, along with your dad. I'm guessing someone will help him send you a message somehow. I mean, I hope they will. Hell, I'm not even sure you'll get this message. If you do, I want you to know I never blamed you for following your dreams. It just... I was just mad it didn't fit better with what I imagined our lives would be. I really wanted the picket fence, big family, you know? I guess what I'm trying to say is, I'm proud of you. And even though it's been difficult to be separated from you, I regret nothing. I'm happy. And I really wish I was able to say this without the sky falling down. Это было очень странно, то есть там слышал, что он всхлипывает, слабый смех. Ну, конечно, он именно смеялся, да, он именно смеялся. Действительно, он смеялся. А, да. Я там мышку немножечко по... Ну, я же здесь на дополнительную... У меня, конечно, на мышке кнопка. Так, ну-ка, здесь. Так, ну-ка, есть что-нибудь такое? Этого можно разбить, ну ладно. Да, и, кстати, это сохранить и выйти, это в меню. Так что, в принципе, можно что пользоваться. Но все равно лучше буду, наверное, так выходить целиком, чтобы... Что, камеру надо останавливать? Это снова напоминает метро. Когда-нибудь мы его пройдем. Но я хочу, чтобы у меня была возможность уже проходить, знаете, и последнюю тоже, поэтому... Угу, секундочку. Здравствуйте. На каком расстоянии пропадает этот значок? Ну, о. Просто, возможно, еще вот на превьюшечку. Здорово. Hey, are you? Don't hurt me. Can I help? It won't let me die. Nothing is allowed to die. Ничто не должно умирать. What happened? An accident. Fixing the power. I was going to Theta. Anything I can do? If you see Masters or Holland, tell them I need help. Окей. Amy needs help. Окей. Я так понимаю, здесь надо будет сейчас ее убить тоже, да? Ага. Что, короче говоря,
никто не может умирать, но не имеет права, потому что, видимо, поскольку произошел апокалипсис, соответственно, каждая человеческая жизнь настолько ценная сейчас. Вы издеваетесь, я не хочу никого убивать опять, то что... Блять, меня опять заставляют убивать человека, смотрите. Ну там был, ну правда, он не умер. А, нет, робота, ты убил одного, да, 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 который там, это, женская тоже группа. Блять, вы серьезно? Ну не хочу я ее убивать, ну... А больше некуда здесь только... Ну-ка, давай посмотрим, если это ушло. Возможно, что-то... Где-то проебал. Нет. Честно говоря, не очень такую вот хуйню люблю, когда тебя заставляют просто убивать людей, которых ты не хочешь убивать. То есть вот прям. Все включено. Далее. А, чтобы нам уже было там на вагонетке на той. Ты масло будешь таким звуком капать, как будто за мной кто-то идет. Как же удачно, что проломилась дырка, да, вы именно в эту комнату, согласитесь. Не в какую-то другую, а именно вот в эту. О! Ладно, видимо, мы на нем поедем в любом случае сейчас. Так. Ну. Что? А как? Как туда попасть? Блин, мне теперь вот интересно. Вдруг там что новое появилось? Мне кажется, зря я сюда иду, но тем не менее, мало ли. Окей. Ну, вдруг. Вы угораете, что ли?
Патос 2, затапливаемый шлюз, набор для ремонта. Дуплексный насос 2 штуки, универсальный очиститель 1 штука, набор вентилей 5 штук, прокладки 10 штук, ударный гаечный ключ 1 штука, универсальная труба 4. А где, знаете, мне интересует часть с ударным гаечным ключом. Можно я его возьму? Дайте мне ударный гаечный ключ. А, что толку-то, мне нечего вставлять. А, он не только для прокачки, да? Shuttle J6 activated. Standing by. Как туда попасть? Или туда нельзя как попасть? Ну? Ну? Чего вы хотите? Где-то что-то вот... Дверь, я слежу за тобой. Окей. Ну ладно. Так, а вы находитесь здесь. Термоэлектростанция... А, я вот здесь нахожу. В лямбду, в тету, в омикрон, тау... А мне куда надо? Я думаю, не помню. Поехали в порядку, ладно. Может, потом можем сюда вернуться. Напоминает третий Dead Space. Welcome to Pathos 2, your expressway to the stars. What started as a thermal mining operation in the 60s has now become home to the Omega Space Gun, the world's most affordable way to launch satellites and deep space probes. Our unique Atlantic Ocean location allows for this gigantic coil gun, running longer than a marathon, to safely launch projectiles without risk of damaging the payload with risky combustion. The station has multiple sites and has a diverse staff of engineers and scientists. Together, they are able to produce, assemble, and launch the world's most sophisticated spacecrafts. In addition to our principal operation, Pathos 2 is also the home for multiple research projects within the marine sciences, including hydroculture, turbulence, and deep sea construction. We are now leaving Upsilon for Lambda. Lambda is Pathos 2's shipping dock and transportation hub. There you will be able to find shuttle trains leading to all the other parts of the station. And transports to the surface. Я только подумал, что будем делать. Вы знаете, почему так эбалом хорошо разбиваем стекло? Потому что мы робот. Я про это уже говорил. Мы робот. Вот вы меня не переубедите, пока я не увижу сам концовку. Мы робот. Помехи эти перед лицом у нас. Мы робот. Да вставай, что ты сел-то? Аж сел со страха. Так. А вот это то, что в конце все обрушилось, это больше похоже уже на Half-Life. Ладно, пошли отсюда. Входящий звонок. Simon, are you there? Catherine, is that you? I was on my way, but then the shuttle train, it fucking crashed. Are you alright? The system says the section is sealed for suspected hull breach. No, I'm not all right. What the hell happened to the world? Why are we underwater? Well, you're really out of place, aren't you? Look, don't worry about that right now. I realize you're confused, but you're so close to Lambda. If you just keep going. How close? Can I walk there? Yeah, but the tunnel is locked off to protect the overall structure from collapsing. What you need to find is your section's maintenance hatch. It'll lead outside. Maintenance hatch. No problem. What is that? What's going on out there? Catherine, you okay? Я сам спокойно ко всему отношусь, пока мне начинают говорить, будь любезен. Так,
Допустим, что после крушения нам хуёво и надо полечиться. Да. У нас с каждым разом все дальше будет засасывать, у нас все больше будет засасывать эти штуки. Опа! Он сказал какой-то люк найти. Реально чужие. А вот оно, да? Не, пока норм. I can find Lambda, right? I mean, really? How big can this ocean be? Блин, они плохо шутку перевели. Говорит, я же найду Лямбду, правда? Ну, действительно, насколько большим может быть океан? Ну, типа, действительно, что-то найти в океане, ну это ж хуйня. Не боись, это заскриптованный и коридорный океан, поэтому... Поэтому найдем. Ой, ладно. А, это губки. Вот, по идее, туннель идет дальше. Нам туда, ну что вот здесь, ну смотри, такой темный, страшный, жуткий угол. Может, типа я вышел из игры и все теперь по-нормальному применилось, все, что я там оставлял. Что-то вот сейчас она не проседает, ничего, все нормально, 60 кадров. Ну и хорошо. Ну, какие-то моменты она проседает, ну хоть не постоянно. Хоть не постоянно. Там вон дальше еще можно. Что у нас тут? $350 до Лямбды, окей. До бюро ассасинов, судя по всему. Ну, Лямбда, понятно. Я очень сейчас остроумно шучу, не обращайте внимания. Вот то, что я думаю. Ну-ка, сейчас секундочку. Так, вот сделаем скриншотик. Чисто ради. Блять, реально подводная лодка. Нихера себе. Так, и чё? Это, блять, подводная лодка. Ага.
как древняя затонувшая. Ну, на момент событий игры, конечно, она древняя. Прям, да. Мужик, здесь тебя бросили. Ты нахуй никому не нужен, представляешь? Обида какая. Опа. Мне все еще интересно, просто можно ли здесь под водой чуть найти какую-нибудь там, не знаю, какой-нибудь ключ, улучшалку свою. Или, или вся прокачка нашего этого коммуникатора, она производится строго по сюжету, и ты ничего не пропустишь. Он еще и матом ругается. Ничего себе. Я не вижу, где он. Робот. А, вижу. Плыви отсюда, а, ну тебя нахер. Тебе нужно маслице. А может быть кровь? Мужик, не сходи с ума, все нормально. Не-не-не-не-не-не-не. Да-да-да-да-да-да-да. Очень ждал. Только вот хуй тебе, ты не угадал. Нет. Опа! Бесполезный кусок говна. Не, пока что врагов здесь так просто обойти, что это даже, как говорится, не смешно. Секундочку. Это какая-то маленькая то ли батисфера, то ли что-то еще. Ага. Туда лишь по сюжету пойдем, поэтому. Если Кэтрин робот, то это будет вообще весело. Но в смысле все станет совсем очевидно, скорее даже так. Сейчас 30 кадров и все. Ну ладно, пусть. Я не буду больше. Я буду стараться больше не обращать внимания. Но это сложно. В погоне за Кэтрин. Кэтрин?
Ну и где вы, Кэтрин? Кэтрин? Вы же не робот? Не может же такого быть? Ну-ка. Опа. Чтобы и вы оказались. Sam, right here. Здорово, мать. No, not you too. I was really hoping you were human. Don't let the circuitry fool you. I was human once. I can't take it anymore. This is... Everything's fucked. I give up. There's nothing left. Calm down. It's not the end of the world. You sure? It sure as hell looks like it. For all I know, there's no one left except for me. What do you mean? I'm right here. Don't take this the wrong way, but I meant any humans left except for me. Have you looked at yourself lately? You're a walking, talking diving suit with some electronics slapped on for good measure. I don't. You don't want to think about it? We'll start thinking about it. I don't want to do this anymore. I don't want to be this. I want out. Before you do anything hasty, could you help me with something? Надеюсь, это не будет вот это поворот. I was trying to find out what happened with my project when that brute knocked me to the ground. Your project? How could anything possibly matter when you know you're a stupid robot in a stupid dead world? Okay, focus. I need you to fix me so I can get back to work. Then you can sulk as much as you want. You gotta be kidding, right? I think I have a better chance of building myself a time machine than of putting you back together. I just need to access the computer. Oh, is that an Omnitool you're carrying? Oh, the door opener? I picked it up at Upsilon where I woke up. That'll have to do. Plug it into the terminal. Sure, whatever. When the Omnitool is loaded, just plug my Cortex chip into the tool. What's a Cortex chip? It will be obvious. I'll eject it for you. Just grab the chip and slide it into the Omnitool. Come on, I just need you to do this one thing for me. Sure, whatever. What did you want me to do? The tool you're carrying. Plug it into the computer over there. Lambda Terminal 27 activated. The Omnitool is ready now. Should be easy enough. Just pick up the chip and slide it into the Omnitool. Why does a robot chip fit a door opener? It's standardized connect. Catherine? All right. Let's give this a try. Теперь Кэтрин будет все время с нами, я так понимаю. Что такое? Кэтрин, блядь, разлеглась тут, сука. Ладно. I'm in the Omnitool. Thanks. So, what's the project about? My project? Oh, well, I saved all the people on the station as brain scans and put them into an artificial world. We were going to launch it into space to save it from, all of this. Are you telling me that you were going to launch a computer world filled with people into space? Yes. It was just a pet project at first, but it got really serious after the comet took out the surface. Then, suddenly, it became very important, and it was officially named the Ark. That's appropriate. How far did you get? I don't know. That version of me that I am. It came from a scan I did pretty early on. The living Catherine could very well have finished the project and launched it. I guess she could even still be alive. Weird thought. So the talking robots, are they also scans you did? They could be, but I doubt it. I'd expect much more sense if that was the case. All right, filing. What's happening? I managed to restore some data from the backup server. This should tell us everything we need. Oh. Could you do me a favor and run into the other room and have a look? I don't seem to be able to view the files in this condition. I need to know that the Ark is safe. Sure, Kath. Thanks. I'll unlock the door for you. Check the computer in the other room. Hello, hello. What was it you said before? You're from Toronto? Yeah, I just went in for a brain scan and suddenly here I am. That doesn't make any sense. How? Why would anyone bring a scan from Toronto? You think that's strange? What if I tell you it was back in 2015? Whoa. Ну, по-моему, он, короче говоря, жил вот в этой матрице, как раз которую они для этих подключенных создали, а потом ее из него выкинуло. Что, опять же, логично.
make any sense of it. Can you say something? Sorry, still trying to figure out how you got here. Keep at it. I'd really like to know who thought sending a Canadian to the bottom of the sea was a good idea. Ну, блядь, ну ты же мужик, ну серьезно. По-моему, довольно-таки, блядь, очевидно. Так. Что никакой Канаде ты не жил. Опа, Будда. Блядь. Сейчас надо будет хоть где-нибудь, потому что уже в старых-то играх надо. И, по-моему, кстати, я читал, что здесь это осталось чисто как прикол. То есть ты можешь крутить, можешь подбирать, но по большей части это нахер не надо. What happened before? That creature was strangely overbearing. Yeah, it basically exploded with electromagnetism. That's bad for us, right? Confusing at least. Gives the senses a good punch. Мухи? Здесь мухи? А какой хер вам мухи на компьютерной станции? Тут и на подводной, в смысле. Ой. Может, ты скажешь, что это не ты там, не? Careful! I think it's back. Keep your eyes peeled. Где компьютер-то? В соседней комнате, Что-то никакого компьютера там не видел. Так, ничего не понял. Я думал, что в этой комнате. Я вижу, что куда этот компьютер, но он вроде как не работает. Все просед... Я не знаю, что с ним происходит. What happened to the tower and the dock and the welcome center? What tower? What are you talking about? This place is in ruins. All the cameras show static. It's so strange. Мать, какой компьютер? Где? Сюда я не могу пойти. Окей. Туда тоже. Сюда не могу. Она заебала проседать, если честно. Здесь только вот этот компьютер. Он не работает. Catherine? What? Nothing. Never mind. А! Я его прошел. Все, окей. Окей. Yes, look for anything about the Ark. В основном ли данный ковчег? А, восстановление, да. Опрос мнений, собеседование один. Are you excited about the Ark? At first, I couldn't really see the point of it. But then I thought... Why shouldn't we, right? I mean, if we are able to save even just a small piece of ourselves, why wouldn't we do that? So you are in favor then? I think it's really important we do this. What are your thoughts on the Ark? It's a great idea. Finally, we have something to do. Am I right? Are you optimistic about the project's chances of... about the Ark reaching space? Yeah, it can definitely be done. You already solved the big
to get us all in there. Now all we have to do is build the damn thing, and hope Phi is still operational. Yeah, I think we can do it, but it's not going to be easy. What are your thoughts on the ARC project? The idea is just incredible, by every definition. It really makes you think about what it means to be human. What makes you say that? Beyond the basics, beyond the superficial, I'm convinced there's something with even greater value. You have provided a platform, which is not necessarily restricted to our digital progeny, but a means of actual survival. It's my sincerest belief that we can go on living through the reality of continuity. В общем, это бессмертие, можно сказать. Ковчег, среда. Is this from inside the Ark? Yes. That's some early renders of the world inside. Looks a whole lot comfier than this place. Проект Циан, версия 2. 5.11 квадратных километров, модульное пространство. 12 квадратных километров, смешанный лес. 2 квадратных километра, городской парк. Чертежи. Классификация, опрос, версия 03. Здравствуйте, если вы читаете это сообщение, вы приняты в проект Ковчег. Цель данного опроса – помочь разработчикам лучше понять ваше субъективное восприятие и получить возможность сделать ваше участие в проекте лучше. Просим вас перейти непосредственно к опросу. Такое ломание четвертой стены немножко разработчики просят. Давай. Как бы вы описали физическое состояние? Я чувствую себя нормально, чувствую воодушевление, я стал лучше. Я чувствую отстранение, так как временно занимаю чужое тело. Я чувствую себя неестественным настоящим человеком. Я чувствую отстранение, так как временно занимаю чужое тело. А как вы описали свое психическое состояние? Нормально. Чувствую сдвиг, будто мой разум отделился от тела. Чувствую изменения, мой характер стал другим. Я больше не существую. Сдвиг. Как бы вы описали свои ощущения? Нормально, как и ожидалось. Мне кажется, что мое восприятие окружающего мира обострилось. Я чувствую онемение, мои чувства притупились. У меня исчезло одно из ощущений. Ну, наверное, блин, даже не знаю. Тут обострилось скорее, потому что там начинается вот это вот. А как бы вы описали свое отношение к своему новому состоянию? Нравится, не нравится, что-то в нем не так, не могу успокоиться, все кажется искусственным, я в депрессии, не могу отделаться от чувства, что все кругом не настоящее. Ну, третье. А вас беспокоит ли вас тот факт, что вы больше не являетесь человеком в строгом смысле слова? Ну, я говорю, вот если в конце будет прям вот это поворот, а мы все это время были роботом, то это будет, ну, блядь, ну, серьезно, это уже прямым текстом просто кричит уже несколько часов игровых, наверное. А нет, все хорошо, немного, кажется, никогда не смогу найти себя. Да, я тяжело переживаю утрату своей прошлой жизни, а мне все равно, какой у меня облик, лишь бы я мог жить дальше. Ну, немного напишу, потому что все-таки не то, чтобы я совсем спокойно. А как вы воспринимаете свое новое существование? Как прямое продолжение предыдущего, как новую главу своей жизни, как будто мне удалось родиться заново, как лично совершенно иное, никак не связанное с моей предыдущей личностью? Нет, вот новую главу. А как вы думаете, будет ли эта новая жизнь полноценной и достойной того, чтобы ее прожить? Да, как и моя предыдущая жизнь, да, но смысла в ней будет меньше. Возможно, получится найти смысл и в этом новом мире, а нет, слишком нереально, не похоже на все, что я знаю. Возможно, получится найти смысл в этом новом мире. А верно ли, что вы бы скорее предпочли выйти из проекта и принять смерть? Нет, возможно, мне надо это подумать, да. Нет, смерть точно нет. Внимание, ваши ответы сохранены. Благодарим вас за участие, команда проекта Ковчег. Если за это что-нибудь будет, какая-нибудь приколюха. Ковчег отслеживания. Выберите сектор для... Oh, that's clever. I wonder if I thought of that. Does it still work? I really need to know what happened to it. I think so. It's doing something at least. Where is it? Hold on. I'm trying to find it. Please let it be safe. Венера, Меркурий и Земля. Ну поехали прямо по порядку, чем. Не, давай по порядку. Он на земле. А ковчег находится в пределах этого сектора. Ага.
Как быстренько. А, тут. Он в Атлантическом океане, он сказал, что у них эта вся фигня находится. Да и... Ну ладно. Ну где ты там, давай. Ничего не понял. Вот здесь сильно прям много. Вот тут? Нет. А, здесь побольше, окей. Хочешь никуда. А, она говорит, хоть бы он был целым. Окей. О! Как сразу я. I found it. It's at a site named Tau. Oh, no, it's on Earth. It's so close to Phi, they almost made it. Damn it, it won't make it for long in that state. A couple of decades at most. That's not much to build a future. If we got to it, could we get on the Ark? I suppose, but I'm not exactly flexible at the moment. I'll take us there. I can move, jump, swim, sort of. You're stuck in the door opener, the Omni-Tool. I'll just carry you there and you'll show me what to do. That sounds really risky. Besides, I don't like the idea of you carrying me around. This is what you wanted to do, your final mission. Let's launch the Ark. We would need to find a way to get into the Abyss. Can't take the climber without a power suit. We probably have to go to Theta and pray that Dunbat's still working. Okay. So we go to Theta. I don't know, it's pretty far. Catherine, look around. What else is there to do? You know what? I found a sunken vessel just outside. Bet that could take us to Theta. Really? Didn't look completely out of action. It even lit up a little when I tried the Omni-Tool on it. Okay then, let's have a look. I'll just eject from this thing. Don't forget to take me with you. Can I pull the Omni-Tool out? Wait. Okay, just be sure to plug me in again at some point. You got it. Good luck, Simon. Я сейчас серию закончу, надо будет комп перезагрузить что-то. Ну мало ли. Шкафы, в которые я не смотрел. Скорее всего, нам придется туда куда-нибудь идти, потому что, ну, не просто же так там место сделано. Чтобы найти какую-нибудь штуку, которая... О, летает уже, блядь. Ты мне там башкой в стену долбился, придурок. В стекло, в смысле. What is this? Curie Emergency Vessel 4. Hey, Simon, can you hear me? I hear you. Can you get this thing running? Hang on, I'll give it a try. Sorry, it's dead. Worth a shot? The CV came from Curie. It was a ship that used to make runs between Lambda and Lisbon. Looks like their wreck is close. Maybe you can find a vessel like this one inside. Sounds like a plan. I'll just save the security information and update the Omni-Tool. There. Should help you get around. Great. Вокруг летает.
Хуй узнает, он похож на такого же ремонтника, который нам помогал. Но судя по тому, что его начинает глючить, то это не очень хороший ремонтник. Прям за ним пойдем. Опачки. Ай. Немножко бежим. Штуку-то подхватило, что-то такое случилось. О, здорово. Текс. Access denied. Ой, granted, denied. Access granted. Секундочку. Ладно, пошли. Надо завершить, надо завершить. Чё тебе ключ? Опять там кто-то сверху летает. Атмосферка, конечно, гнетущая. Я даже не вижу, кто, блядь, он уже там паникует. А, хуебес, на которого смотреть нельзя. Ладно, я смотрю. Все? Он типа аномалии какой-то в сталкере. Ну, в метро. Все, он летит, летит, он пшш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 шšš. Как говорится, мы не против. Казалось, возьми ты эту железку, на всякий случай. Не. Как говорит Марго, нет, зачем? Буду ходить шарахаться от всякой хуйни. Здесь хотя бы понятно, может, большой здесь железный робот, типа, ну дашь ты ему железкой, подумаешь. Бля, классная штука падает. Ну дашь ты ему железкой, и чё? Прям на собор какой-то похожий. А вот и капсула, ага. Мужик, скажи что-нибудь, вот капсула, я ее вижу, вот капсула. Мужик, капсула, смотри. Так, нам надо как-то попасть вот туда и на нее залезть. Еще вижу лестницу, по-моему.
нет, это не лестница, ладно. Сейчас что-нибудь придумаем. Ты, по идее, можешь плыть, наверное. Как ты сам сказал. Ты что? О! А вот и лестница. Подзаряжается второй телефончик, на который звук пишется, дополнительный. Нет, звуковое игру сопровождение, конечно, мое почтение. Я давно такого звука охуительного не слышал. Собственно, в Байшоке-то он хороший, но тут прям вообще отвал башки. А, потом крутить надо. Там хватит. Вот так вот. Блин, ну пускай как красотень, а. Ага. И 15 FPS. О, да. We're in. Let's find a working escape vessel. Ладно. Классно начинает плавать. Мужик, ну открой ты эту чуть, сложно что ли? А? Не забывайте, что так можно. Ну какая-то как шаровая молния что-то такое летает. Я не буду бороться, пошел ты нахуй, я знаю, где надо смотреть.
Бля, прятки по коридорам, как я это люблю. Да все, все, успокойся, мы знаем, где он. О! Мы здесь не первые. Щит! Ладно. Давай. Дай хоть рассмотреть ты его. Я в 14. Вот если пятка была, было бы неплохо. Сейчас как запущу тебя пакетом чипсов, будешь знать. Я же просто не знаю, куда мне, понимаете? Поединок тут. Да, я здесь через окно что-то видел же. Да, точно. Я. Давай, крутим. Нахуй. Что, если в пизду, если мы что пропустили, ну его нахуй. Не надо. Не дури. Уйди, противный, я не дамся. И для тебя мой цветок цвел. Бум. Так, надеюсь, я здесь ничего не пропустил. Так, всякая уидристика, так и пошли. Сортир. Не, запереться в сортире — это не самая лучшая идея. Опа! Вот emergency shuttle. Emergency shuttle. Давайте. Секундочку, можно как-то... Ладно. What? Oh, you made it. This is much better. Let's see if we can't get this thing moving. Wait, what? Safety locks are blocking the vessel's release. Are you kidding? How much more of an emergency could this ship be in? It's on the bottom of the sea. Take a look at the engine room and see if you can figure it out. Maybe there's an override or something. There's monsters out there, like the ones we saw at Lambda. The more reason to get going. What? Come on, you know the drill. Don't look at them or get too close. It'll mess with your circuits. Oh, shit. We need to get out of here. I know. I'm going. Something is stabilizing the ship. We need to let it know this is an emergency. А, забрать штуку меня, окей. Так, ну ладно, тут уж как бы, извините, куда деваться, но мне надо здесь остановиться и на этом закончить серию. Поэтому скажу, что ссылка на плейлист в описании. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу, подписывайтесь на канал по обзорам фильмов, на канал автор музыкальной темы, на канал Маргариты Ванизбековой «Душевные игры за процессе капов клип». Жмякайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых роликах. Вот так вот этим сделаем. О, еще скриншотик. Вот. И, господи, поддержите канал материалы, ссылки на все реквизиты в описании есть, очень сильно этим поможете. Вот так. Все, всем всего доброго. И на Телеграм тоже подписывайтесь, там всякое интересное есть, чего нет больше нигде. Ну, там есть и то, что есть в других местах, а то, чего нет больше нигде. Вот так. Все, всем пока.